Ну что ж, начинаем. Ну, перед церемонией, конечно, волнуюсь. Не знаю. Хоть мы уже в ЗАГСе расписались, но все равно уже палец пустой и как-то так трепет на этот момент. Надеюсь, не расплачусь там еще раз, как в ЗАГСе. Жених и невеста. Теперь мы уже, да. Вас поздравляю. Поняла. Все, спасибо, Бубуль, спасибо. Прям сильно, чтобы она прям вообще не вырвалась. Да. Вот. И поцелуй. Вот. Кайф, огонь вообще. Я хочу, чтобы они друг у друга находили только лучшие черты и постоянно только восхищались друг другом. Ах, какая! И прям вот, чтобы у него это все вот отпадало. А она, чтобы, ох, какой ты мой мужчина. Вот я вам желаю вот таких отношений. Счастлив, что я стал мужем такой замечательной девочки, такой замечательной женщины, такой прекрасного человека. И я тебя очень люблю. Каждый человек – это планета, это особый мир. Вы влюбились в эту планету, и одна, и другая, и будьте спутниками, будьте просто рядом. Искренними улыбками встретим ту, которую Юрий ждал всю свою жизнь. Ту, с которой его история любви началась в ноябре 2020 года. Ту, с кем он познакомился в интернете. Выпьем за молодых. За молодых давайте вместе. Как мы познакомились с Юрой? Поздравляю и желаю вам всем здоровья. Ну, я решила зарегистрироваться в Тиндере. Ну и как-то так день или два я там полистала, повыбирала. Потом Юра написал в Инстаграме. Начали переписываться, там одно сообщение, второе, там смешки, шутки. Чтобы ваши мечты сбывались, что вы хотели, и у вас это все происходило. Меня очень поразило первое сообщение. Оно было необычное, смешное, забавное. Он сделал комплимент. Зашел, ну, типа там, ты красиво выглядишь в черном, такое что-то зашел. Зашел с этой стороны, задобрил меня. А потом за рост, там, просто у меня на странице был написан мой рост 182 сантиметра. И он, значит, расписывает, у тебя 182, у меня 192. Вместе мы 3 метра 64 сантиметра. Нам еще не хватает средних размеров кота и средних размеров собаки, и будет средних размеров жираф получится. Меня как-то так это рассмешило. Сынок, пройди достойно все преграды, чтобы Енита, не стыдясь красивых слов, могла сказать: «Мой муж – моя награда, моя победа и моя любовь». При первой встрече, когда, не знаю, она стояла ко мне спиной и издалека там увидела, как сказать, ощущение было, что
это мой человек. Она успокоит, молча обняв, знает, не проживу без нее ни дня. Она символ воды, стихия огня. Если что, она тушит меня, она тушит меня. Ждет меня домой, я вернусь. Знает, улыбка на лице, а в глазах грусть. Музыка в ушах, а внутри пульс. Знает институт, первый курс. Ну и все понятно. Я совсем не подарок. Я шторм 9 баллов. Вдруг беспорядок. На самом деле, пафосно будет звучать, но не описать моего восторга и радости от понимания того, что такой человек, как ты, рядом со мной. Я тебя люблю и хочу, чтобы мы, несмотря ни на что, несмотря ни на какие условия и погодные, и жизненные, рука об руку шли вперед и всегда знали, что мы — это одно целое. Коть. Я очень счастлива, что я встретила тебя. Ты именно тот, о котором я мечтала себе, представляла. Ну, естественно, все девочки мечтают о принце. Мне повезло, я его встретила. Правда, не на белом коне, но на BMW. Мне с тобой очень комфортно, тепло находиться рядом. Ты невероятно заботливый. И что очень важно для меня, мне с тобой смешно. Люблю тебя очень. Ты стал счастливейшим из людей. Есть у тебя верных 100 друзей. Эй, ты слышишь, на что первый друг? Сотни рук. Поскорей к нам иди и друзей приводи. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сказать спасибо от нас двоих, от нашей новой семьи, всем, кто здесь, всем, кто вот показывает сердечко, кто улыбается, кто хлопал сегодня, кто танцевал, кто просто сидел, кто просто радовался за нас двоих, за нашу новую семью. Спасибо всем. Мы вас очень любим. Вы для нас большая семья, и вы для нас очень важны. То есть вы для нас самые важные люди в жизни. Спасибо. Он очень теплый. Очень заботливый и внимательный. И еще мне очень нравится, что у него крутое чувство юмора. Она, не знаю, она как родная такая, которая понимает меня, ну, без слов, не знаю. Будет прекрасной и женой, и мамой. Она очень заботливая, очень, не знаю, понимающая, очень сердобольная такая. То есть я очень рад сегодняшнему дню. Давай улетим далеко, туда, где никто не найдет. Давай улетим.